Приветствую на канале Products from AliExpress. Спасибо, что зашли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылки на все товары, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Billing Mini S12 Pro, N95, N100 Intel Celeon Mini SU59 Pro. Это мощный мини-ПК, который может использоваться для различных задач, включая работу, игры и развлечения. Он оснащен процессором Intel Celeon Mini SU59 Pro, который обеспечивает высокую производительность и эффективность в использовании. Этот мини-ПК поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11, которая обеспечивает удобство и простоту использования. Он также имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет быстро загружать приложения и обеспечивает достаточно места для хранения ваших файлов и данных. Billing Mini S12 Pro, N95, N100 также имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет подключаться к интернету и периферийным устройствам, таким как клавиатура, мышь и другие. Также есть несколько портов USB, HDMI, Ethernet и других, что позволяет подключить различные устройства. Кроме того, этот мини-ПК имеет компактный и элегантный дизайн, что позволяет его легко разместить на любой поверхности и использовать в любом месте. Он также может использоваться для игр и развлечений благодаря своей высокой производительности и поддержке различных приложений и игр. В целом, Billing Mini S12 Pro, N95, N100 Intel Celeon Mini SU59 Pro – это мощный и универсальный мини-ПК, который может быть использован для широкого спектра задач и позволяет получать максимальную производительность и удобство использования. Компьютер имеет много различных портов, включая два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, один порт HDMI, один порт RJ45 LAN, один разъем для наушников и один слот для карты ТВ. Благодаря своему маленькому размеру, Billing Mini S12 Pro, N95, N100 Intel Celeon Mini SU59 Pro легко помещается на рабочем столе и позволяет сэкономить пространство. Он также может использоваться в качестве настольного игрового компьютера, мультимедийного центра или домашнего сервера. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылки на все товары, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю за просмотр, до скорой встречи и удачных покупок!